постоянно отвечаем на одни и те же вопросы. Достаточно много подписчиков у нас, получается, обновляется, и одни и те же вопросы задаются, да, правильно? Откуда мы переехали, где мы раньше жили. Да, как мы устроили детский сад, сложно там, что, как с поликлиниками, как вообще с медициной, как там с садами. Ну, куча одних и тех же вопросов. Нам кажется, что мы отвечаем на одно и то же постоянно. Я так понимаю, что новые подписчики либо не знают, да, где посмотреть, потому что у нас вся информация такая есть, все, что мы снимали, мы все сохраняли. А чем же наш канал вообще? Да, либо просто лень, может быть, людям посмотреть, может быть, не знают, где посмотреть, но мы сейчас просто вот кратенько перечислим, о чем наш канал, что есть на нашем канале, и все это вы сможете найти, вот, чтобы нам уже как бы, да, одни и те же ролики не поднимать заново, не переснимать. Вот. Мы показываем, во-первых, все, что просят люди. Вот если кто-то где-то говорит, снимите то, снимите то, мы стараемся туда поехать, если есть такая возможность, да, физическая, и если там разрешают снимать. Мы показывали цены на рынках, в магазинах, на бытовую технику, на стройматериалы. У нас есть ролики о ремонте с бригадой и без бригады. Мы ездили по Адлерскому району, по всем вот улочкам, да, с трансляциями, где только можно. Ничего не скрывая, так сказать. Да, и сильный дождь был, вот один раз в России ездил, все показывал. И стихии, когда были здесь, топило, мы это тоже показывали, да, роликами. Не скрывали ничего. Потом у нас есть по переезду вся информация, да, потому что мы снимали с самого начала, так мы только выехали. Вот, и первые дни, как мы тут адаптировались, как мы занимались устройством в детский садик. Про детский садик тоже было очень много всего, с чего мы начинали, прям пошагово. Как у нас, что получилось. По поводу платных детских садиков у нас был тоже ролик. Каковы там условия, каковы цены, и почему мы не пошли в платный, да, детский мнение, садик. Да. Вот, также у нас там были пикники, зоны отдыха на море, пляжи, детские кафе, площадки детские. Зоны отдыха были у нас у речки, да, вот эти вот пикниковые. Места, где можно пожарить шашлык. Там, оборудованные, да, места. Места общественного пользования, где мы были в торговых центрах развлекательных. Тот же Мандарин, там взять торговый центр, там Сити Плаза и так далее. Все это показывали для народа, чтобы они понимали, что сосредоточено вообще. Ну, что есть, рядышком, да, какие да. цены, что все показывали. Также у нас есть ролики по земельным участкам, когда мы ездили, искали, да, стоимость и вообще показывали, где он находится. Да. Какой участок, за сколько можно купить. Стоимость аренды квартир у нас есть тоже информация. Мы показывали несколько людей, которые переехали, как они обустроились. У нас тоже есть информация по этому. Также мы часто выходим в трансляции для того, чтобы отвечать на вопросы, которые задаются, да, потому что комментарии читают не все. Вот. И, конечно, мы очень часто отвечаем на одни и те же вопросы, поэтому у нас уже есть как бы топ роликов, да, которые мы уже чисто скидываем ссылки, потому что невозможно отвечать на одно и то же. Вот. Также мы здесь обсуждаем все плюсы и минусы, да, которые мы видим, ну, на наш взгляд, естественно, да. Может быть, не просто как, знаете, как презентуем просто Сочи, а обсуждаем вместе с вами в прямой трансляции, в каких-то тематических роликах, да, то есть и плюсы, и минусы, мы все это показываем. И свои ощущения об этом городе, ну, в первую очередь. Ну, естественно, да, большинство роликов это наше субъективное, да, мнение. Да, конечно. А вы уже делаете выводы сами для что себя. Что вам лучше, что хуже. О медицине у нас есть ролики, об образовании. Роддом тоже совсем, можно сказать, недавно тоже актуально было, да. Была. Сфера обслуживания. Места у нас общепита, по-моему, даже где-то были. Да, столовую, тоже. По-моему, один раз точно снимали. Рекомендовали, вот. Какие есть, где. Ну и также, когда мы ездим по городу и в пробки попадаем, да, все это видно, и мы эти моменты обсуждали. Не скрываем. Все как есть, все о жизни. Вот
просто все о жизни, что, что только есть. Ну и о работе у нас тоже было несколько роликов, да, вот насколько мы могли эту информацию собрать, да, у нас тоже это все было. Все эти ролики можно найти у нас на канале. Если вы открываете, там есть такой раздел «Плейлисты». Вот если по плейлистам вы посмотрите, то все это можно найти по названию. Мы очень часто, бывает, что мы повторяемся, да, вот, и некоторым неинтересно смотреть одно и то же, поэтому у нас все по плейлистам разделено, и когда ролик какой-то новый выходит, люди видят название и вполне могут как бы уже себе, мне кажется, сюда, да, себе как бы предположить, стоит смотреть или не стоит, да, то есть вы по названию уже определяете, либо вы смотрите канал там наш, вас интересует больше жизненная часть, тогда вы как бы не смотрите недвижку, да, либо и то, и другое. Ну, в общем, как бы до этого мы хотели два канала вести, один о недвижке, а другой о жизни, да, но это неудобно, это тяжело, и кроме того, я думаю, что вполне очень как бы, можно, видя название ролика, можно понять, стоит тебе его смотреть или не стоит. Да, по тематике, то есть он поэтому для вас интересен или нет. Это даже удобнее, чем смотреть два канала. Вот, поэтому мы вот так вот решили вести свой канал, и вот все у нас это есть в плейлистах, все можно найти, посмотреть. Вот, и если у кого какие-то еще есть темы, да, кого-то что-то интересует, то вы можете оставлять комментарии, и мы обязательно попробуем снять. Либо снять видео, либо ответить на комментарии, либо сделать вам ссылку на то, что вы, допустим, может быть, может быть, что-то пропустили. Мы как бы не сняли, а просили, а мы забыли, либо там еще какие-то были причины. Ну, в общем, канал у нас, можно сказать, о жизни, о переезде, не только о недвижимости. Просто вот некоторые сравнивают, да, говорят, один блок вот смотрела то, это смотрю то. То есть у нас больше о семейной жизни. Многие задают еще вопросы, зачем мы это делаем, да? То есть зачем жизнь на показ? Но мы показываем о своей жизни не только своим подписчикам. Нас смотрят друзья, нас смотрят родственники, которым постоянно надо будет, как у нас дела, как у нас погода, постоянно об этом говорить. А так они также прямые трансляции смотрят, смотрят наши тематические видео, на которых мы постоянно вопросы для всех уже рассказываем, и поэтому это актуальная информация тоже для них. Вот как бы я считаю так. Поэтому, если у вас все-таки есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я надеюсь, наш канал вам нравится. Поддерживайте обязательно нас лайками. Это продвигает наш канал. И оставляйте свои комментарии. Все, всем пока.